Как развивалось сельское хозяйство и кто совершал трудовые подвиги? Более 5000 статей об агропромышленном комплексе Чуваши собраны на страницах новой энциклопедии. Ее презентовали накануне. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Герои социалистического труда Валентина Дмитриева и Николай Панкратов сельскому хозяйству отдали десятки лет. Их имена вошли в энциклопедию агропромышленного комплекса. Всего же туда вписаны более 1000 тружеников. За темно-зеленым переплетом 800 страниц. История АПК, подробные биографии передовиков и руководителей колхозов. Я полагал, что очень много материалов. Потом гляжу, материалов очень мало. Но пришлось очень интенсивно работать в течение... Я приступил к работе, по сути дела, 9 января 2016 году, после каникул новогодних, и закончил массивный объем, был уже завершен где-то в июле месяце. Ну, потом, безусловно, надо было собирать, как бы обновлять, редактировать, уточнять через районные организации, ЗАГС, например, там, Союз ветеранов и тому подобное. Создать энциклопедию агропромышленного комплекса предложили члены Союза ветеранов УПК. Поддержку проекту оказал и глава региона. Михаил Игнатьев, который также стоял у руля колхоза, стал героем одной из статей. Министр сельского хозяйства республики надеется, что эта книга станет для многих настольной. В ближайшее время эта книга появится во всех библиотеках Чувашской республики, мы доведем во всех районах и, конечно, у всех ветеранов, и можно будет ознакомиться. Книга вышла в свет накануне пятилетия Республиканского союза ветеранов АПК. За эти годы общественная организация доказала свою эффективность. Первые итоги подвели в Цивильске на торжественном вечере. Мы сейчас буквально вот на днях решили создать свой сайт министерства. Я хочу обратиться к министру сельского хозяйства Российской Федерации, чтобы на уровне России создали вот подобные. Как там, что будет создавать? Но я на 100% уверен, ветераны, не только ветераны, главы районных администраций, общественность района, она нуждается в такой организации. Наши являются членами коллеги, совет старейшин, дальше экономического совета, в государственном совете участвуем, в районах участвуем. Тираж энциклопедии агропромышленного комплекса превысил 1500 экземпляров. Не исключено, что в ближайшие годы придется издавать и второй том. Время открывает новые имена. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Олег Якимов. Республика.